На Земле есть создания, которые пережили миллионы лет эволюции, ничуть не изменившись. У них нет ни чувств, ни логики. Они живут, чтобы убивать. Бездушные машины смерти. Они атакуют и пожирают все живое. Как будто Бог создал дьявола и дал ему челюсти. Компания Universal экранизирует книгу бестселлер Питера Бенчли «Челюсти». Я только что выяснила, что на прошлой неделе здесь погибла девочка, и вы знали об этом. Вы знали, что там была акула. Знали, что это опасно, но все равно позволяете людям там плавать. Акула! Ты это видела? Это чистая психология. Закричишь «барракуда», все скажут: «А, что?» Закричишь «акула», и мы получим панику прямо в День независимости. Это правда, что акулы могут напасть на глубине около 1 метра и в 3 метрах от берега? Да. С чем мы имеем дело? С совершенным орудием убийства. Пожирающей машиной. Мы должны не просто закрыть пляж, но и нанять кого-нибудь, чтобы убить акулу. Купаться запрещено. Мы найдем ее, поймаем и убьем. Ты слышал, что сказал отец? Выйди из воды сейчас же. Акула может заглотить вас целиком. Тебе нужна лодка побольше. Она 6-7 метров. И весит 3 тонны. Поторопись, она идет прямо на нас. Скорее, не закручивай. Не торопи меня. Давай! Стреляй! Привязывайте к кнехтам! Осторожно! Я не смогу ее удержать! Даже в самых жутких кошмарах человеку не представить весь ужас челюстей. Рой Шайдер, Роберт Шоу, Ричард Дрейфус. «Челюсти». Посмотрите, прежде чем идти плавать.